Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Торы, и наш сегодняшний урок в недельной главе Торы «Ницавим». Очень интересно, что Всевышний пишет, мы говорим, мир будет мне, хотя и по прихоти своего сердца ходить буду, чтобы от нечаянных проступков перейти к злонамеренным. Что это такое? Значит, получается, что мы хотим, чтобы у нас все было, и у нас ничего за этого не было. А где мы видим такой пример в Торе? Кто это так стремится, что поступать так, как он хочет, а ему, чтобы за это ничего не было? И мы видим на примере Биляма. Ему Билам, Балак предлагает Биляму заработать огромные деньги. Но он должен помочь ему одолеть еврейский народ, проклясть еврейский народ. Билям действительно был колдуном величайшим, он мог что угодно сделать, он был пророком. И он настолько мог грамотно подойти к этому делу, что действительно мог проклясть. А как он это делал? Он знал тайну, он знал, что если человека проклясть в определенное время, то это сработает. И он этим пользовался, и зарабатывал на этом деньги. Наши мудрецы говорят, он знал те секунды, когда петух стоит на одной ноге утром и кричит. И у него бледнеет гребень, наши мудрецы говорят. Но он же так часто стоит и кричит, и у него бледнеет гребень. Наши мудрецы говорят, нет, это идет на рассвете, когда у него так бледнеет гребень, что никаких прожилок даже не видно. Вот этот момент знал Билям. И он так поступал. И Балак знал, что он большой колдун, и он это сделает. Но Билям боится Бога. Он не просто человек, не сведущий в Торе, он знает, кто такой Всевышний, и он знает, что если он будет делать что-то не так, то, что Всевышний ему не говорит, то это может плохо закончиться. И он хочет так сделать, чтобы Всевышний сам еврейский народ наказал, найти за ними какие-то ошибки, и он заработает деньги. Вот это его. Ну, ему, чтобы ничего за это не было. Он так и говорит, когда он пытается проклясть и благословляет еврейский народ, то он говорит, умру я смертью праведником, и как умрет этот народ, пусть камчина моя будет, как его, еврейского народа. Он знает, что этот народ праведный, он знает, что Всевышний его благословил, почему он все время пытается, чтобы ему ничего не было. Как бы он ни изворачивался, как бы он ни пытался, что бы он ни сделал, каким хитростям ни прибегал, Всевышний ему не дал это сделать. В конечном итоге, то, что он задумал сделать против еврейского народа, плохо кончилось для него самого. Мы знаем, что он погибает. В конце концов, его убивают. Есть и другие, естественно, примеры на эту тему. Рав Ицхак Зильбер говорит, что известный царь Яровам, сын Невата, стал грешником. Значит, он был не просто человек, он был сыном Торы. Он был мудрецом Торы. Это не просто какой-то злодей, негодяй. Это был еврейский царь. И был у него там конфликт при царе Шлома. Он убежал, его не было в стране. И он пытался сделать что-то, чтобы Всевышний его не оставил. Он Бога все-таки боится. Но он не хочет, чтобы еврейский народ из Израиля ходил в Иудею, в Иерусалим, в храм. И он ставит двух тельцов. И сказал, что вот божества твои, берет и слова из Торы, вот божества твои, Израиль, тельцы, вот ходите к ним и поклоняйтесь. И действительно, он так закрыл дорогу еврейскому народу ко Всевышнему. Кончилось очень плохо.
И наши мудрецы говорят, что у него нет доли в будущем мире. До такой степени он доигрался с этим делом. То есть все равно для таких людей все закончится очень плохо. Как бы мы ни думали, что мы будем жить, как мы хотим, жить, как живут другие народы, ну и нам ничего за это не будет. Мы хотим, чтобы у нас все было. И мы говорим, да ничего, Всевышний нас простит. То Всевышний говорит, нет, нет. Понятно, что человек делает грехи, но когда мы просим, а вернее всего не просим, а перестаем их делать и больше их не делаем, это и есть раскаяние. Раскаяние это не то, что мы сказали, что я раскаиваюсь, так больше лет не буду. Это вообще не работает. А вот когда мы перестаем делать то, что мы творим, вот это уже путь к раскаянию. Когда мы все сказали, что больше мы не будем ходить туда-то, туда-то, или не будем так поступать, или не будем что-то делать в финансовых операциях, или в других операциях, то вот тогда Всевышний это увидит, что мы действительно перестаем делать грехи. И это самое главное. Потому что раскаяние – это слова. И дал какие-то денежки там, как сдаку. Ну, хорошо. Но это не значит, что все прошло. Мы должны все время понимать, как только мы перестанем делать грехи, вот это и начнется наше настоящее исправление. Сейчас у нас будут дни Рош ха-Шана, Йом-Кипур. Говорят наши раввины, что это один праздник большой. Проходит он долгое время, с 1 по 10 Тишрей. И действительно, в Рош ха-Шана праведники получают хороший приговор. А остальные люди получают плохой приговор. Это в Рош ха-Шана. Но в Йом-Кипур Всевышний прощает всех. И грешников, и средних людей, лишь бы мы раскаялись. Раскаялись, значит, перестали делать то, что мы творим. Это очень важно. И не просто, что в этот день я пришел в синагогу и все. Нет, мы должны что-то хорошее делать и перестать делать плохое. И тогда Всевышний нас действительно простит. И будет у нас сладкий год, и будет самый счастливый день Йом-Кипур, потому что самые счастливые дни в году – это 15 Ава и Йом-Кипур, когда Всевышний нас снимет грехи. А на сегодня наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. Всем браха, парнаса, кавана, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. За весь наш список мы говорим, который у меня есть, который я говорю все время, сейчас перед собой его нет, говорим, что все у всех было хорошо, кого мы там называем в списке. И до следующих встреч. Шалом.